Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Спрос на новые автомобили в России находится на дне. В мае россияне приобрели новых легковушек почти на 80% меньше, чем за последний весенний месяц 2021 года. Больше всего машин удалось продать четырем брендам – «Лада», «Киа», «Хёндай» и «Рено». На пятом месте оказалась компания «Черри». Еще одной китайской маркой, уверенно себя чувствующей в кризисные времена, стал «Хавейл». Трасса 101. Чем сильнее ОСАГО будет дорожать, тем меньше автовладельцев будут оформлять обязательную автостраховку. Это выяснилось в ходе опроса, проведенного агентством «Автостат». При росте цен на автогражданку на 10% от нее откажутся столько же процентов автомобилистов. Если будет 40-процентная прибавка, исключит ОСАГО из списка расходов каждый третий. Наконец, при росте 80% число страхующихся снизится вдвое. Трасса 101. Одна из российских компаний создала систему голосового управления для автомобилей. Ознакомиться с продуктом вскоре предложат «АвтоВАЗу» и «КамАЗу». Как говорят разработчики, система готова реагировать на несколько миллиардов сценариев из десятков областей знаний. Благодаря ей можно не только управлять машиной, но и настроить навигатор, включить музыку, найти ближайшую гостиницу или заправку, ознакомиться с прогнозом погоды. Компьютер обучен поддерживать диалог и понимать сленговые выражения. Трасса 101. А компания BMW неожиданно снизила стоимость автомобилей в России. Некоторые модели подешевели сразу почти на 4 миллиона рублей. Таким образом, цены откатились к уровню марта этого года. Самый дешевый «Баварец» компактный кроссовер BMW X1 стоит сейчас минимум 3 миллиона 280 тысяч рублей. Самый дорогой M760 Li X-Drive минимум почти 15,5 миллионов. В марте, напомню, немецкий концерн заявлял о том, что прекращает поставки машин в Россию и их производство в Калининграде. Трасса 101. Составлен список самых популярных в мире легковых авто за все годы их выпуска. Пальма первенства заслуженно досталась Toyota Corolla, которая почти за 60 лет своего существования разошлась тиражом 47,5 миллионов экземпляров. Серебро с показателем 40 миллионов штук заполучил Ford F-серии. Как известно, эти пикапы, выпускаемые с 1948 года, чрезвычайно популярны в США и Канаде. Бронзой довольствовался Volkswagen Golf, который скоро будет отмечать 50-летие. Его купили около 35 миллионов жителей Земли. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте «Эхо Кирова». Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Трасса 101». До свидания. Трасса 101.